Жена говорит мужу: «Друзья твои вон, разводятся уже, алименты платят, а ты лежишь, для себя живешь, задумаешься, может, уже». Приходит женщина на медосмотр. «А что это, милочка, у вас за ужасный синяк?» «Это не синяк, а родимое пятно». «Не может быть, под глазом». «Ну да, мне его муж родимый поставил». «Бабуля, а почему ваши семечки подорожали?» «Эх, сынок, все из-за того, что танкер Суэцкий канал перекрыл». Приходит абсолютно пьяный мужик в аптеку, валится на прилавок, достает из кармана презервативы, кладет их перед продавщицей и спрашивает: «Я это у вас брал?» «Возможно». Мужик напряженно размышляет: «А зачем?» Зона. Сидят два зэка в камере. «А ты вот что выбрал бы? Со Светланой раз или с Васей два раза?» «Со Светланой это хорошо, но два раза есть два раза». Село, вечер. Муж заходит в сарай, а там его жена с кумом кувыркаются. «Вы что, охренели?» Мужик схватил вилы, но тут у него резко потемнело в глазах. «Дорогой, может быть, врача вызвать?» «Лучше зоотехника». «Какого зоотехника?» «Который лечит крупнорогатый скот».